Нет! Нет, я опоздал! Я думал, что смогу успеть сюда вовремя. Думал, что смогу остановить тебя! Именем Ситиса! Что за безумие овладело тобой? Это предательство по отношению ко мне! По отношению к темному братству! Почему? Я пришел, чтобы покончить с тобой. Чтобы... Но... Я вижу смятение в твоих глазах. Ты ведь понятия не имеешь, о чем я говорю, так ведь? Твой первый контракт был на убийство Селедана. После этого погибла семья Драконисов, как и было приказано. Затем предательство. Тайники оставались нетронутыми, твои жертвы продолжали жить. Вместо них один за другим умирали члены Черной Руки. Джгаста, Шалис, Алвал Увани, Хавилстон Морозная Кровь, Уведомители и Душители, Янгалин, сам Слушатель. Оставшиеся в живых члены Черной Руки знают, что на тебе нет вины. Они знают, что ты всего лишь выполняешь приказы. Они думают, что предатель я. Разве ты не понимаешь? Предатель как-то подменил распоряжение и направлял тебя к ложным тайникам. Нас с тобой провели, друг мой. Мы должны выяснить, кто стоит за этим предательством. Времени у нас немного. Черная рука охотится за мной и днем, и ночью. Они хотят моей смерти. Вот что тебе нужно сделать. Отправляйся к следующему тайнику, спрячься и дождись того, кто положит туда фальшивый контракт. Выяви личность настоящего предателя. Затем навести меня. Учти, Форт Фарагут больше не безопасен. Он находится под наблюдением Черной Руки. Я буду в Эпплвотче, на ферме, где погибла от твоей руки старуха Драконис. Там безлюдно и безопасно. Теперь иди. И да поможет нам всем Ситис. Говорят, перчаток крестоносца больше нет в часовне Корала. Ступай, узнай имя предателя. Мы положим конец этому безумию и восстановим власть Черной Руки. Нет! Нет, я опоздал! Я думал, что смогу успеть сюда вовремя. Думал, что смогу остановить тебя! Именем Ситиса! Что за безумие овладело тобой? Это предательство по отношению ко мне. По отношению к темному братству. Почему? Я пришел, чтобы покончить с тобой. Чтобы... Но... Я вижу смятение в твоих глазах. Ты ведь понятия не имеешь, о чем я говорю, так ведь? Твой первый контракт был на убийство Селедана. После этого погибла семья Драконисов, как и было приказано. Затем предательство. Тайники оставались нетронутыми. Твои жертвы продолжали жить.
вместо них один за другим умирали члены Черной Руки. Джгаста, Шалис, Алвал-Увани, Хавилстон Морозная Кровь, Уведомители и Душители и Ангалим, сам Слушатель. Оставшиеся в живых члены Черной Руки знают, что на тебе нет вины, они знают, что ты всего лишь выполняешь приказы. Они думают, что предатель я. Предатель как-то подменил распоряжение и направлял тебя к ложным тайникам. Нас с тобой провели, друг мой. Мы должны выяснить, кто стоит за этим предательством. Времени у нас немного. Черная рука охотится за мной и днем, и ночью. Они хотят моей смерти. Вот что тебе нужно сделать. Отправляйся к следующему тайнику, спрячься и дождись того, кто положит туда фальшивый контракт. Выяви личность настоящего предателя. Затем навести меня. Учти, Форт Фарагут больше не безопасен. Он находится под наблюдением Черной Руки. Я буду в Эпплвотче, на ферме, где погибла от твоей руки старуха Драконис. Там безлюдно и безопасно. Теперь иди, и да поможет нам всем Ситис. Говорят, перчатки. Ты возвращаешься ко мне и не приносишь никаких новостей? Иди, душитель, и выясни личность предателя. Судьба Темного Братства находится в твоих руках. Нет, я опоздал. Я думал, что смогу успеть сюда вовремя. Думал, что смогу остановить тебя. Именем Ситиса, что за безумие овладело тобой? Это предательство по отношению ко мне, по отношению к Темному Братству. Почему? Я пришел, чтобы покончить с тобой, чтобы... Но... Я вижу смятение в твоих глазах. Ты ведь понятия не имеешь, о чем я говорю, так ведь? Твой первый контракт был на убийство Селедена. После этого погибла семья Драконисов, как и было приказано. Затем предательство. Тайники оставались нетронутыми, твои жертвы продолжали жить. Вместо них один за другим умирали члены Черной Руки. Джгаста, Шалис, Алвал-Увани, Хавилстон Морозная Кровь, Уведомители и Душители и Ангалим, сам Слушатель. Оставшиеся в живых члены Черной Руки знают, что на тебе нет вины. Они знают, что ты всего лишь выполняешь приказы. Они думают, что предатель я. Предатель как-то подменил распоряжение и направлял тебя к ложным тайникам. Нас с тобой провели, друг мой. Мы должны выяснить, кто стоит за этим предательством. Времени у нас немного. Черная рука охотится за мной и днем, и ночью. Они хотят моей смерти. Вот что тебе нужно сделать. Отправляйся к следующему тайнику, спрячься и дождись того, кто положит туда фальшивый контракт.
Выяви личность настоящего предателя, затем навести меня. Учти, Форт Фарагут больше не безопасен. Он находится под наблюдением Черной Руки. Я буду в Эпплвотче, на ферме, где погибла от твоей руки старуха Драконис. Там безлюдно и безопасно. Теперь иди, и да поможет нам всем Ситис. Говорят, щит Крест... Ступай, узнай имя предателя. Мы положим конец этому безумию.